Загадка. На площади Победы возвышается здание муниципального культурного центра. Слева от входа имеется небольшой парапет, на котором летом располагаются кафешки. Вопрос, где здесь можно построить развлекательный центр? Тем более, как раз напротив высится немалый торговый комплекс, где хоть по бутикам ходи, хоть развлекайся. Наверное, воспринимать адекватно окружающую действительность владельцы куска территории МКЦ не хотят. Но выгода, очевидно, центр города. В городе Рязани сложилась порочная практика в последние 20-летия. То есть строят не по градостроительным нормативам, а по принципу «строй где хочу и сколько захочу». По словам активистов, на публичных слушаниях, посвященных данному вопросу, выступали вчерашние школьники, которые за хорошую оценку согласились прокричать, что негде им в Рязани развлекаться. Это, наверное, самый гадкий момент. Кстати, до 2007 года парапет у здания МКЦ принадлежал Рязанской организации профсоюзов. Однако не они же намерены строить увеселительное заведение. Оказалось, не они. В 2007 году этот пандус был продан нами. Ну, ситуация была такая. Администрация города, с одной стороны, администрация города и городская дума обратились к нам со своими письмами продать этот пандус с целью размещения там пристройки, которая должна была быть на тот момент. Она планировалась в виде так называемого, ну, так в народе, в Прибалтике называется так называемого народного ресторана, это или по-другому называется центр семейного отдыха. Складывается впечатление, что основная цель рязанских чиновников – распродать все и разрешить на всем этом строить. То, что людям негде погулять и, говоря по правде, дышать-то нечем, никого не интересует. Так что развлекательных центров все больше, а жить становится все грустнее.